Чао, бонджорно, come sempre Alma Camilla e Fitness Forza Palermo, acqua, musica, плавное упражнение, опс, нырнули, опс, нырнули, опс, нырнули. Такие вот хорошие упражнения делать, мне они очень нравятся. Чао, Антонио Май, чао. Добрый день, мои дорогие, с вами, как всегда, Алона Камила, Фитнес Форца Палермо. Программа на сегодня. Ну, давайте сделаем бедрышки и ягодицы. Немножко животика, немножко ручек. Сделаем внутреннюю внешность бедра и внутреннее, внешнее. И также ягодицы. А в заключение, как всегда, сделаем 5 жемчужин и немножко лицо. Немножко, несколько упражнений, голову. Так, с чего начнем? Давайте начнем. Так, мне кто-то пытается дозвониться, но ничего страшного, отклонять не будет. Опс. Бывает. Так, сделай хорошо, чтобы меня было видно. И начинаем, как всегда, с классического упражнения. В моем фитнес-форце Палермо классика. Это раз, два. Вот это вот классика. Делаем 50 раз, мы с вами сделаем 20. Я делаю больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. И еще раз. Можем лечь на логоточки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Это очень хорошее упражнение, которое убивает 3 зайцев. И животик. И что у нас тут? Талия, животик, талия. И уходят вот эти вот ушки. Поэтому его я рекомендую. Кстати, животик работает и внутренний, и верхний, нижний, и боковые мышцы. Поэтому я его очень рекомендую. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И это упражнение сегодня возьмем за основу. И легли. Да, вот такое положение. Очень хорошо. Здесь, видите, ровненько сделали. И вперед. Да? И вот такое упражнение ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видите? 8, 9, 10. Uno, due, как раз таки крепляем внешние мышцы бедра. Tre, quattro, cinque, sei, можем выпрямить ножку. Sette, а можем и в согнутом. Otto, nove, dieci. И соединили. Вот такие делаем точечки. Очень хорошие. Тоже 10 или 20. Чем больше сделаете, тем будет лучше. 4, 5, 6, хорошо, 7, 8, 9, 10, отлично. Потом сели, ножки потянули и вот, хорошо, и развернулись. Легко и просто, очень даже. Следующую делаем, опять же, легли, я уже к вам поближе, легли, угу. И вот раз, два, видите, точка, точка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять. И следующая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Соединили. Вперед. Соединили. Вперед. Хорошо. Дечивольта 10 раз. Здесь. Отлично. Видите? Вот такое положение. Сидим в этом положении. Ножку протягиваем вперед. И садимся на две ягодицы. Другой ручкой облакиваем и смотрим назад. Красиво. Хорошо. Теперь в такое положение. Ручку. Немножко подтянем боковые мышцы. Сели. Опс. Опс. Хорошо. Отлично. Хорошо. И вот в это положение. Опять же, ручку положили. Опс. Хорошо. Так. Внешние сделали, сейчас будем делать внутренние. Внутренние очень просто. Просто легли. Легли. Ножки раздвинули. И делаем мелкие движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И накрест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. И теперь в серединку. Раз. Вот вибрацию чуть побольше. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли положение. Эти пяточки поменяли. И кто ж на меня звонит? Опс. Не могу пока ответить. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ун, два, три, четыре, четыре, семь, семь, отто, ново, дечи. Так, и скрещиваемся. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И немножко. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И немножко. Опс. Соединили. Отлично. Эти упражнения делим по несколько подходов, да, сразу так, а потом вот так, 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 да, и как раз таки укрепляются вот эти прекрасные мышцы. Так, этот комплекс повторите 2-3 раза. Немножко, как всегда, вот это будет переход к другому комплексу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Ну, а теперь мышцы ягодиц. Опс, встали. Очень просто. Раз, 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вверх подняли, да, и спинка ровная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, вверх. Раз.
Сетте. Это новая вещь. Хорошо, отлично. Отдыхаем. Опс. Опс. Отдыхаем. И переворачиваемся и опять же делаем. Встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вытянули ножку. Спинка ровная. Раз, два, три, четыре. Подняли вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Десять. Хорошо. Немножко укрепили. Хорошо, великолепно, даже чудесно. Опс, ягодички сделали и растягиваем. Легли, ручки. И вот такое вот очень классное упражнение для живота. Раз, два, три, четыре, пять. Это мой животик. Для животика это упражнение очень хорошо. А теперь для спины. Парасхена. Опять же, легли. Легли. Вот, ручка. Одна, вторая. И поочередно. Раз, два. Следующее упражнение – рыбка. Вот ручки, их назад, назад и ножки, ножки и голову. Только это делаем всю ложку. Упражнение называется пэша. Рыбка. Так. Раз. Отлично. И еще очень классное упражнение – паучок. Ручки, ножки подняли, ручки подняли. И просто потрясли. Паучок. Уна минута. Одну минутку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Опять берем за базу упражнение, которое мне больше всего нравится. Ведь все очень легко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вполне достаточно ножками делаем велосипед. Раз, два, три, четыре, покрутили, раз, два, три, четыре, назад, раз, два, три, четыре, и покрутили, раз, два.
два, три, четыре. Хорошо. Отлично. Вот. И сделаем 5 жемчужин. Встали. Встали. Я вот хочу йогу сделать, но когда-нибудь сделаю с вами, пока я делаю самостоятельно эти упражнения. Но на своей страничке, я на страничке Facebook, я выставлю, ну, мне нравятся эти занятия. Они такие классные. Так, мы немножко себя увеличим. Опс. Хорошо. Так, ручки. Выбираем точку. Новые вольты. 9 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Остановились. Подумали, ощутили. Ручка вторая. Да? И в обратную сторону. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Покрутились, раскрутились. Вдох, выдох. Секунда и сердечница. Второе упражнение из комплекса 5 жемчужин. Легли. Респирали. Ручки за голову. И инспирали. Респирали. Дуа. Полежали, растянулись, поощущали. Третье упражнение из комплекса 5 жемчужин. Оп, встали. Так, ручки протягиваем, да, и раскрываем ноги. Вдох. Четвертое упражнение из комплекса 5 жемчужин. Раз, ручки. И стоп. Медленно вверх. Вдох. Вдох. Бороду вверх. Вдох, вдох, вдох. А задержка дыхания. И расслабляющий выдох. И голову прижали. Опять же вдох.
следующее. Заключительное упражнение. Собака голова вверх, собака голова вниз. Выдох, выдох. Пятки стараемся, чтобы коснулись пола. Выдох. И вдох. Выдох. Немножко постучались. Волосики. Ручки подняли. Вторую подняли. На голову опустили. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Вы молодцы. Фитнес-форс Палермо. Финиту. Алла Просима с вами, как всегда, была Алона Камила. Томатина. Я немножко расскажу о том, что на протяжении долгого времени всегда физические упражнения были в моей жизни. А сейчас особенно они есть в моей жизни. И это мое хобби, ну, невероятной мощности. И я рекомендую всем иметь хобби, чтобы в каких бы ни было ситуациях, именно хобби давало вам возможность жить, улыбаться, радоваться и созидать. Так вот, утром я всегда в постели делаю гормональную гимнастику. Всегда. Фитнес Форца Палермо. Всегда делаю, но, может быть, раз в 5 в неделю. Раз в 5 в неделю, потому что иногда часто мы ездим путешествовать, поэтому где-то я не успеваю сделать. Танцы, да, это эндорфины, потанцевать 2 раза в неделю делаю всегда. Пробежку, ну, редко делаю, может быть, 3-4-5 раз в месяц, да. В лучшем случае раз в неделю, Хожу, правильно питаюсь и занимаюсь теми вопросами, которые мне очень интересны. Помимо физических упражнений и питания, конечно, необходимо и наполнять себя красотой, эстетикой, новыми знаниями. Я изучаю итальянский более углубленный язык. В планах у меня изучить английский, опять же, лучше, чем я его знаю. Ну, в идеале еще и французский. Может быть, но жизнь длинная, посмотрим. Вот в изучении языков. Также я изучаю психологию, часто всегда нахожусь на курсах у Светланы Тишковой, польза есть. Изучаю историю, изучаю тех людей, которые истории жизни интересных людей. Это как Маргулан Сейсамбаев,
это как Алексей Ситников, это как Светлана Тишкова, это как Алексей Сергеевич, те, которых я лично знаю, и я их жизнь так где-то подглядываю, где-то дополнительно изучаю. Изучаю Тесла. Ну, это мне очень нравится. Поэтому всем красивой, интересной жизни. Кстати, много путешествую. Пишу книгу. Три. Там кусочек, там кусочек, там кусочек. Когда они закончатся, не знаю, но тем не менее пишу. Очень нравятся методы кайдзен-планирования у Маргуланса и Самбай. Всем рекомендую. Все. Это я рассказала, что в образе жизни я делаю. И стараюсь больше находиться в релаксных состояниях, в насладительных. Больше обращать внимание на природу, на море, на солнце, на красивых людей и некрасивых людей, потому что нет красивых, некрасивых. Ну, то, что меня цепляет. Этим я и занимаюсь. Живу довольно счастливой жизнью. Чао!